Всем привет, это пятая глава. Проходим Resident Evil. Так, ладно. Надо валить отсюда. Так, я не знаю их. Лестницу. Я? Ладно. Ну, то есть, будем мы их агрить на себя или не будем, те, которые внизу. Его продать нельзя. Да пошли нахрен. Можно ножом бахнуть, чтобы стелс не разрушать наш. Что здесь все, больше ничего нет? Говно. Пошел нахрен. Ну чё, как-нибудь отсюда выберемся. Сначала разобьем все бочки. Потому что это симулятор разбития бочек. Блин, как же круто здесь сделали уровни, я офигею. Мое почтение. Спасибо. Так, здесь флешка у нас была. Гнездо. Нам нужно к дому топать. Здесь очень опасно. Будь рядом. 73 патрона. Мое почтение. Накопил я сколько, ребята. Все, чики-пуки. Сейчас мы сюда заглянем. У нас ключик есть. И мы используем этот ключик. Здесь у нас желтый алмаз. Ну все, в ближайшее время тут ничего не предвидится, никаких бонусов. Сейчас мы эту тетю зарежем. Молчи. Так, а мы можем на него выскочить? Зарезать его. Так, встань за мной. О боже! Да что с этими людьми? Да все нормально, просто. Берегись! Просто мы их сейчас всех зарежем. О, господи, серьезно? Боже мой. Бери башку. Не вижу ни хрена. О-о-о. Нужно, наверное, сваливать отсюда. Господи, боже мой. Ну, уронил ее. Эшли, пошли. Эшли ударили. Придется с ними сражаться. Да я тут. Куда надо тебя несут, все нормально. Леон! Пусти ее. Так, ребятки, Эшли! Ребята, хватит гнобить Эшли. Здесь, наверное, надо было
прокрадываться, я хрен его знает. Крадущись уходить. А то что-то какая-то фигня здесь пошла. Нездоровая. Цела? Да, в норме. Это что? Порох какой-то. Много патронов потратили. Было 70. Господи, бог мой. Так, здесь все снесли. Бочка откуда-то взялась. Новая. Тихо, тихо. Пошел ты в жопу. Бежим отсюда. Не хочу с ним связываться. Надоели эти щупальца, уже тошнит от них. Здорово. У меня есть новые товары. Новое задание. Хочу, чтобы кто-нибудь справился с бешеной собакой. Привет. Так, что у тебя есть? Я обновил ассортимент. ТНП, лечебный спрей, схемы стрелы, прикрепляем. Чем еще могу услужить? Бархатный самоцвет продадим. Нам мины. Все равно, рубины или рванина, разница лишь в цене, которую мы стрелы назначаем. Стрелы нам нахрен не нужны, патроны для ПП. Спасибо. Так, улучшим... Поосторожней с этой вещью. Так, не хватает чуть-чуть. Итак, на... чем я могу тебе помочь? На пушку. Красный берил. Понимаешь. Мы можем продать эту барахлишко. Так, объедините сейчас. Желтые. Вот так вот. Ходи в люк. Привет. Спасибо. Попробуй. Мега снайперка. Так. Друг, мы начинаем разбираться в твоих вкусах. Держи, попробуй. Так, ну снайперка, такой в принципе, уже и так улучшена неплохо. Сразу заметит разницу. Удивлен? Ты только там не убейся. Я надеюсь, мне, нам, короче, деньги вернут. За то, что мы это... апгрейды сделали. Ну, говорят, что возвращают деньги за апгрейды, то есть можно тратить. Прости, но надо идти. Это что? Это лечебный спрей. А что, он тут был? Или он появился здесь? Не помню, чтобы он тут был. Бочки точно не было. Наверное, появился. Будем считать, что появился. Смотрите, здесь золотишко лежит. Которое я так и не подобрал. А, я мимо собак пробежал. Про погоду Ханиган не врала. Так, давайте вниз, внизу проскочим. Интересно, тут кто-нибудь есть? Есть. Привет, придурок. Лос Фоластерос. Нам нужно собаку грохнуть. Так, а мы можем создать флешку? Можем. Одну только, к сожалению. Так, когда мы будем сражаться с собакой, она будет одна, надеюсь. Блин, что-то тут их много. Я слышал, здесь кто-то шепчет. Сволочь. Она же с факелом вроде была. Да, господи, воткни нож. Пойдем за сокровищем сначала, потом вернемся сюда, посмотрим. О, да тут бычара еще. Я теперь точно простужусь. Ладно, сейчас узнаем, короче, будет собака одна или с этими козлами. Я так хочу домой.
Нам нужно собаку убить, чтобы получить все плюшки этого места. Так, здесь все завалено. Буря типа произошла, да? О, тут ветер вроде. Так, погодите, мы не туда пошли. Здесь противников нет. Идем. Ага. Погнали, тут поищем, короче, сокровища. Филин, филин, ты могуч. Трава. Здесь у нас стоял маленький чебуречек. Маленький салазар. Так, старинная фотокамера. Ну, вроде все. Собака отсюда сваливает, насколько я знаю. Сохраняемся еще раз. Так, с меня кабан ушатал. Бешеный кабаньеро. Не уходи. Я не успел посразиться с собакой. Второй раз идем в деревню. И там жители ходят. И как я понимаю, собака тоже между ними будет ходить. Достаю, стою. Догонишь. Ничего не произойдет. Ничего страшного. Вот эта тетя мутировала. Так и знал. Я еще мажу. Надо этого кабана убить. Блин, задолбает, задрочит этот мутант. Давай, идите сюда. Еще с собакой сражаться, вообще патронов не останется. Так. Нам нужен нож. Кто-нибудь сюда придет, вот ты, например. А, вас тут двое. Привет. Там еще одна собака. Твою мать. Надо было сначала убить этих ублюдков. А это откуда взялся? Так, я ее флешкой сейчас хренану. Блин. Ёбушки, воробушки. Да сколько надо-то? Готов.
Патроны заканчиваются, господа. Привет. Ну вот и все. Так, Александрит. Не знаю, стоило ли вообще с ними воевать здесь. Все, профукал. Идем. Все патроны. Да, как дальше проходить, не знаю. Надо с той стороны. Так, чего нам выдадут? Порох 3. Кто-то пыхтит там, кто-то пыхтит. Спасибо. О, спасибо за патроны. Великолепная игра, так. Элегантный браслет забрали. Для дробовика остались патроны, и для снайперки не осталось. 9. Нам не хватит создать для снайперки. Только световая граната. Здесь мы были, все обследовали. Короче, у нас патронов не хватит, чтобы воевать со всеми. Поэтому поехали дальше. Да тут, я тут. Патроны для винтовки дали. Let's go, ребята. У меня уже здесь выработалась тактика, потому что я пару раз сдох. Как пробежать? Это барахлишка. Пошли за нами. Без флешки ее тут схватят. Нам нужно взять это сокровище. Да. Можно, конечно, было попытаться пробежать без сокровища. Но... Ну-ка. Здесь у нас дядя торговец. Так, ну мы подошли к дому. Сюда! Так, целимся, чтобы убить сразу двоих. Их целая толпа, а нас двое. И замечу, эта толпа состоит из чудовищ. Закончил разминку. Растяжку сделал. Так, взрываем там бочку. Да. А теперь заткнись, пожалуйста. Расслабься, ковбой. Так, заколотим первую доску. Блин, не пролезли. Барахлишка. И барахлимся немножечко. Сейчас будет тяжело, ребята. Это вам не пухры-мухры. Где мы можем? Закрыть на секундочку это все. Давайте им дадим пролезть. Чтобы лут собирать. Все, вроде бы. Что-то не умею я уворачиваться. Так, мне советовал. А ладно.
Профи-игрок советовал стоять на лестнице. Говорят, здесь проще отстреливать. Доски выпадываю. Спины никто. Не могу. Блин, тут еще один. Их до хрена. Эти мы можем создать световую гранату. А можем мы две создать световые гранаты? Не можем. Держи! Вовремя. Так, сколько их тут? Двое, трое. Говно такое. Здесь это не проканает, ребятки. Где доски-то? Доски лежат. А, тут все, доски валяются, короче. Да что за хрень? Что за напасть-то? Говно лезет. Как вовремя. А, тут понятно, она не блокируется, да? Это все. Идем наверх. Скорее. Сделай что-нибудь. Помоги мне. Так, с этим закончим. Ну, пошли наверх. Лопатошник. Так, до свидания. Молодец. Спасибо. Так, все наверху. Давай, стреляй их там. Нам нужно этого бычару, короче, выманить. Они за мной прыгнули. Чара. Отлично. Так, нам туда. Прости, я немного занят. Бычачу. А у меня все нету хила. Ну все, хана мне. А у меня есть флешка. А, бычачу застрелили, а сами мы живые.
О, ну все, на этом глава закончена, ребята. Спасибо всем за просмотр. Увидимся в следующей главе. Всем пока.